Всем привет, давайте посмотрим, о чем сегодня думает ваш недоброжелатель. Четыре человека, выбирайте свой, посмотрим. Дам описание, чтобы понимать, ваш ли это вариант. Итак, человек номер один, давайте посмотрим описание, кто этот человек, кого вы загадали, тот ли это вариант, а то, может быть, надо другой выбрать. Итак, какой ваш человек, ваш недоброжелатель, враг? Так, кто ты? Ага, что ты, что ты, кто ты, что ты? Боже мой, тут у нас два старших аркана. Ну, смотрите, выпадает король пентаклей, здесь женщина. Первый вариант. Если вы загадывали мужчину, то перезагадывайте, потому что здесь идет женщина, которая совершенно непредсказуемая, жадная, каждую копейку считает, может сама неплохо зарабатывать. Такая барышня знает, что хочет. Единственное, что у нее какая-то вот ситуация, когда она дальше своего носа не видит. Бывает такое, что ситуация вот как на ладони, да, а она ее еще больше запутывает. То есть не умеет она отделять четко, что где. То есть она не видит сути. Поэтому бывает, что ведет себя странно, непредсказуемо, потому что ей так проще скинуть с себя ответственность. Она много чего хочет в этой жизни, так скажем, но зациклена здесь больше на своих каких-то потребностях, на том, что она хочет. В общем, здесь такая женщина, жадноватая. Давайте посмотрим. Вот что-то карта сыпется. А что к тебе как относится в целом, да, на сегодняшний день, именно сегодня? Как к тебе относится? Она тут как-то от тебя закрывается, защищается, потому что здесь либо ты более, так, ну, сказать, твердо стоишь на ногах, у тебя такая твердая позиция, либо ты действительно признаешь, что ты прав, что здесь приходится от тебя закрываться, защищаться, считает, что здесь ты человек, у которого большие амбиции, ты знаешь, чего хочешь. Может быть, у тебя хорошая крепкая семья, может быть, ты как рыба в воде в обществе, у тебя есть деньги, ты человек, который какой-то статус все-таки достиг, и тебя люди уважают, но ты с этим авторитетом прешь как танк, и поэтому она здесь от тебя защищается. Почему-то здесь момент, когда она уважение здесь, да, есть уважение, но еще здесь и подражание в чем-то есть. Она здесь проигрывает, то есть она тебе проигрывает, потому что ей приходится защищаться. А что она думает, какие мысли о тебе, да? Не знает она, что здесь вообще, как поступить, потому что здесь опять допридумывает. Вот она фантазерка, вот она и допридумывает, как поступить, что сделать. Не знает она. Тут только пока мысли, просто мысли, действия. Действовать она, вот если будет, то через ложь, через обман по дьяволу. То есть не совсем искренне, не совсем будет предлагать то, что есть на самом деле. То есть здесь момент, когда она будет действовать через обман. То есть все, что она будет тебе предлагать или говорить, или транслировать, это не есть правда. Но для нее это единственный способ действовать. И это правильно. Потому что по чесноку, по правде не получается, она проигрывает. Здесь действовать только через какую-то ложь, обман. И хотелось бы, чтобы ты была повешенным человеком, как сказать, жертвой, да, чтобы ты проиграл и признал свое поражение. А действовать по дьяволу что конкретно? Ну, пока не знает. Пока не знает. Несколько вариантов, но что-то отсеивает. Эти варианты, либо не совсем они, ну, кажутся реальными, либо что. Здесь думает у кого-то, да, через бумаги какие-то, может быть, поддельные какие-то доказательства, а у кого-то чужими руками действовать, через, допустим, сказать, что детям не хватает трусов, штанов, да, и денег. Ну, так, да, скажу. То есть через кого-то, то есть перекидывает на какого-то человека, показывает значимость и говорит, что вот это не мне, это через этого человека. Это неправда. Здесь по башне показывают, что по-другому не так. И она будет действовать спонтанно. То есть плана здесь никакого нет. Она будет действовать только в одном ключе. Через ложь,
чужими руками и в момент, то есть когда будет возможность. Она будет говорить что-то, транслировать, перекидывая ответственность на другого человека, либо на детей, либо на какого-то значимого, общего знакомого, либо общего друга. Здесь момента такого, знаете, прям четкого решения нет. Здесь, а вдруг, а может быть, получится, если так. А по итогу-то что получит? А все-таки будет действовать. Действовать будет под шумок, когда много людей, может быть, какой-то праздник. Будет действовать с позиции, действительно, лбами сталкивая и наблюдая. Тут такой момент, что по итогу она получит какое-то ухудшение ситуации. Это решение для нее будет неверным, поскольку здесь повернется все для нее какой-то болью, проблемой, от которой она по итогу будет уходить, прятаться, сбегать. То есть вот эта спонтанность, она ей не поможет. Это вам на руку ее спонтанность. Для вас ваше решение, ваш поступок какой-то будет для нее очень болезненным, и так будет ей стрёмно, что она захочет просто сбежать. Она здесь однозначно проигрывает. Она здесь чувствует себя унижена, потому что по сравнению с вами, она смотрит на вас снизу вверх. Смотрите, карта выпадает. Она говорит о том, что здесь вашего вот этого врага идет момент завершения. Что-то завершается. Скорее всего, ваш вот этот конфликт завершается. По-хорошему не хочет, да, карта мир? Значит, сама себе яму вырыет и потом будет куда-то прятаться, бегать. Здесь завершение идет на сегодняшний день у этой барышни. Так, вариант номер два. Давайте посмотрим, кого вы загадали, что за человек. Какая, да? Что ты, кто ты? Смотрите, здесь выпадает императрица. Здесь женщина, плюс она не одна, она с ребенком. Женщина с ребенком или с детьми. Совершенно как-то у нее все тяжело. Она вроде как что-то делает, да, ищет возможность хорошо жить, достатка, каких-то денег. Она что-то бегает, что-то суетится. Хочется жить красиво, но у нее и так все хорошо, в принципе, неплохо. Но по башне что-то сыпется. Бывает периодично. Но сама она по себе человек такой, который может разрушать. Сама виновата в своих проблемах, короче. Здесь женщина с ребенком. Какие мысли о тебе? Как тебя... Нет, вот так спросим, да? А как она к тебе относится? Вот так. Как она к тебе относится? Уважение, почет. Ты человек, которому бесполезно что-то уговаривать, бесполезно что-то говорить. Ты как будто бы вот сказано, сделано. Ты человек, который, если договариваешься, ты то держишь слово до конца, и ты не пойдешь на какие-то мелкие уступки. Либо ты человек такой, который вот надежный, да, но она почему-то слабее тебя, что-то здесь какая-то проигрывает. Холод от тебя идет какой-то. Вот как это сказать? Когда я на человека смотрю, я не знаю, что у него в голове, но и страх присутствует, и уважение. В то же время вернуть какое-то доверие невозможно. Был момент мира, был момент веселья, счастья, радости, а потом все куда-то делось. Нету доверия. То есть относится к тебе как к человеку, который умеет держать слово. И считает тебя человеком, в принципе, добрым, веселым, но непоколебимым. Как-то странно. Ладно, давайте посмотрим мысли-то, какие вообще о тебе. Сначала про тебя, а потом вообще какие мысли. Что-то хочется, знаете, вот предложить, но получить.
прикинуться каким-то человеком, ну, чтобы что-то получить. Сманипулировать здесь хочет она. А что-то предложить такое, чтобы ты дал, либо дала, но чтобы не отказала. Боится, что личная какая-то встреча, при личной встрече будет просто взрыв какой-то, крах всему, тушите веники. То есть встречаться лично боится с тобой, боится и долго будет бояться, потому что личная встреча глаза в глаза ничего хорошего не даст. Если мы смотрим на мужа с женой, которые разводятся, развелись, секс был классный, все было супер, но обратно это все не вернуть. А если вернуть, то только спустя 20 лет, когда успокоится все. То есть разные люди, да, разные ситуации, но раз они идут, эти картинки, я должна сказать. Ну, в любом случае, что-то с тебя хочет получить, а как это сделать, не знает. А встречаться лично боится. Тогда вообще ничего не получит. Мысли вообще, что тревожит-то тебя в целом? Деньги. Деньги, какие-то дорогие вещи, дом, недвижимость. Этот человек боится за свое материальное благополучие. И совет какой-то дает подружка какая-то. Советует ей. Ну, подружка, я не знаю, какого порядка, но советы дает, как здесь это все раскружить. Что по итогу получит вот эта девушка, женщина с ребенком? Что-то вот. Она чего-то боится. Вот я чувствую страх, а страх, скорее всего, что жизнь поменяется в худшую сторону, и придется много-много работать, менять свою жизнь. Что получишь по итогу? Смотрите, как бы, что бы между вами не произошло, но у вас-то встреча-то будет. И она будет по миру, то есть, в принципе, какой-то найдете компромисс в будущем. И она к этому придет сама, что надо договариваться, надо вместе что-то решать, а решать придется долгим разговором и личная встреча. Нормально, вы можете помириться с этим человеком. И для вас, и для нее это будет правильно. Она успокоится. Ей сразу легче станет, и она перестанет суетиться, фигней страдать. Здесь между вами возможен мир. А она боится встречаться, а на самом деле надо встретиться и в глаза друг другу посмотреть. И здесь вы можете помириться, даже неожиданно, хотя бы хреновый мир, как говорится, но это будет не просто мир, это будет контракт какой-то на словах, как говорится, договор. Ее закружат другие события, эту женщину. Она переключится от вас. У вас будет какой-то мир, может быть, перемирие, но ее судьба уводит, потому что здесь неожиданно для нее что-то случится. И она. Ой, это может быть болезнь какая-то. То есть через болезнь ей будет вообще не до вас. Ее как будто бы вот переключают внимание совсем на другие вещи. Вы разойдетесь. Вот что я вижу, что с этой женщиной вы разойдетесь в разные стороны, но вы не разойдетесь врагами. Карта противостояния, кто кого. На самом деле здесь действительно кто-то кому-то показывает превосходство. На самом деле здесь дело не в этом. Здесь эта женщина не понимает, что не надо бить башкой об стену, надо договариваться. Так, вариант у нас номер 3. Кто там ваш недоброжелатель, какой-то человек, чтобы понимать? Какой какая, да, так скажем. Специально показываю для вас, чтобы вы понимали, ваш ли это вариант, чтобы вам было легче ориентироваться. Смотрите, лица здесь нет. Не показали ни мужчину, ни женщину, но самое главное, здесь человек, у него очень хорошо подвешен язык, он умеет договариваться, коммуникабельный. Палец в рот не клади. Романтичный. Вон она. Эмоциональный, подвижный. Ну, похожа на женщину.
Здесь, несмотря на всю вот эту мягкость, очень такое мышление, ну, четкое, умеет просчитывать, видеть, чувствовать человека. Он его на эмоции ловит и считывает эмоционально, и тут же начинает просчитывать, что с этим человеком делать. Манипуляции, да, манипуляции. Человек свободный, никому ничего не должен. Считают, что весь мир к ногам, и все, что хочу, то и делаю. Ничего мне за это не будет, потому что по справедливости считают, что он этого достоин, этот человек, он может. Он верит в справедливость, считает себя справедливым. Но в то же время этот человек фаталист. Продуманный товарищ, вот этот ваш враг, продуманный, ничего просто так не делает. Если видит человека, то уже заранее смотрит, что с этого человека можно получить. Так, давайте посмотрим, как к тебе относится в целом на сегодня. Ух ты. Считает, что от тебя можно все что угодно ждать. Абсолютно. Что ты человек, который на все способен. Ты и манипулятор, ты и интриган, ты человек, который может казаться не тем, что есть. То есть ты носишь маски, а за маской там и второе, и третье дно. То есть считают, что ты разный, ты многоликий человек. Ты можешь даже ложью воспользоваться. Считает тебя человеком вдумчивым, интересным, но с трудом находящий выход. И еще считают тебя непредсказуемым. Человек не знает, что ты, с чем тебя едят, что от тебя ждать. Но в то же время есть немножко такая насмешка, что ты, ну, зеленый, что ли, как это сказать, моложе, как это, не особо, ну, нету мудрости, что ли. То есть я не хочу сказать, что глупый, нет, это не про то, а то, что как будто бы он себя на ступеньку выше ставит по отношению к тебе. Побаивается, да, побаивается. Что про тебя думает? Ну что ты словом никогда в карман не полезешь. Ты человек можешь сразу там что-то такое сказать, он все это понимает, он чувствует вот твою энергию. Ты когда в плохом настроении, этот человек сразу подключается, он прямо чувствует. Считает, что ты чем-то сейчас занимаешься, тебе сейчас вообще не до, и ты чем-то увлечен и увлечена какими-то другими событиями. Тут главную роль у тебя играет женщина. Может быть, с этой женщиной добиться какого-то сотрудничества, договориться, может быть, проехать на праздник, может быть, что-то сказать. То есть почему-то считают, что ты сейчас смотришь в сторону какой-то женщины и ищешь к ней подход, либо возможность с ней договориться. И будешь с ней договариваться, потому что она имеет какое-то значение. А что в целом в голове-то вообще, помимо этого? Здесь такой момент, что отрицание каких-то людей, отрицание либо какого-то коллектива, либо семьи, не хочет туда, не хочет общаться, либо вообще не хочет, в принципе, договариваться. Здесь ощущение, что человек и так все сделал, все, что мог. То есть считает себя человеком, который чего-то достиг, что-то сделал, а дальше делать он не будет. Стараться ради других людей не будет, вникать не будет. Все успокоено, все как есть, все меня это устраивает. Считает, что и люди должны его понять. И боится, что какие-то планы срываются. Срываются. И до конца верит в то, что все получится. Боится, что планы пойдут под откос какие-то. Он боится идти куда-то дальше и боится перемен. То есть его устраивает положение, то положение вещей, которое сейчас. А если, допустим, идти к каким-то людям, с кем-то разговаривать, то может все вообще рассыпаться. А это ему не нужно. Поэтому сейчас на сегодняшний день не хочет изменений каких-то и идти на какие-то контакты. Что по итогу ты получишь? Неправильное решение. У него выбор, а он сделает неправильный выбор и почувствует себя глупо, в дураках. Здесь неправильный выбор, к сожалению,
для него, да, потому что неправильное решение, неправильный выбор окажется в дураках, причем это надолго. Он узнает о какой-то информации, либо каких-то бумагах, которые сейчас пока закрыты, либо не даны. А потом узнает и подумает, блин, какого черта мне же говорили, надо было. То есть здесь срываются все-таки планы. И приходит какая-то информация, которая все вот это вот объяснит, расскажет, ваш враг будет чувствовать себя в дураках. Так, а к тебе, по отношению к тебе, что будет? Ну, ждите здесь. Не все здесь спокойно. Здесь будет интриги, здесь еще будет удар под дых. Здесь идет противостояние, здесь человек по поводу тебя не успокаивается, если мы говорим про семейные какие-то вещи. А здесь беспокоит ну, что-то нажитое, деньги, финансы, недвижимость. Не хочу никому ничего отдавать, никому ничем делиться. Здесь ситуацию он хочет довести до какого-то предела. Хочет загнать в угол и как сказать, и уже, как сказать, деваться некуда, но давай уже что-то решать. Или тебя подталкивает к тому, чтобы ты что-то уже начинал решать. Здесь человек не успокоится, двигаться будет. Хотя считает тебя, да, дьявола, на самом деле сам он не скупится к дьяволу, как говорится, обращаться. Здесь обнуление какое-то идет на сегодняшний день, ситуация меняется, но она идет уроком, перезагрузка. Сейчас ему дается выбор, как поступить. Ваш враг сделает неправильный выбор и будет чувствовать себя в дураках. А для него это как урок и как опыт, но он будет чувствовать себя очень несчастно, потерянно. Перезагрузка сейчас на сегодняшний день. Так, вариант у нас номер 4. Выпадает любовь. Что это интересно у нас? Любовь выпадает. Ай, ваш враг кто? Кто ты? Что себя представляешь? Кто ты, что ты? Интересные карты. Смотрите, с самого начала выпадает у меня император, мужчина. Здесь человек, который в авторитете, однозначно в авторитете, влюблен, любит секс, любит романтику, любит женщин, любит красивые дорогие вещи. Любит деньги, деньги есть всегда, умеет зарабатывать, может зарабатывать, обожает секс. Вот что-то секс здесь у нас прям кругом, и тут у меня любовь выпала, и тут у меня двойка кубков. Умеет подстелить соломку. Здесь человек, который должность какую-то заработал, должность какая-то есть, и поэтому и успех, и уважение, и финансовый благополучие и дорогие вещи и женщины и секс. А чё секс-то, чё ты меня вот это зацепила? Почему? Ой, тут семью какую-то что ли хочет, либо ребенка хочет, что-то или семья задолбала. Тут многоликость. Он здесь покупает людей. Вот что. Этот человек покупает людей. Покупатель. Потребитель. Давайте посмотрим, как к тебе относится на сегодняшний день. Ух ты. Считает, что у тебя не все плохо. Все плохо. Сидишь на дне. Ищешь решение, ищешь деньги, как выйти из этой ситуации. Может быть, ты болеешь, может быть, ты в зависимостях. Считает, что ты, может быть, от кого-то в зависимости. Может, у тебя долги, может быть, от каких-то людей. Ты пытаешься из этой ситуации выйти, у тебя ничего не получается. Ты один в поле воин. Может быть, с тобой кто-то и есть какая-то женщина, но ты один, и все у тебя плохо. Здесь человек почему-то уверен, что у тебя все плохо. В яме ты какой-то сидишь. И один сидишь. Женщина может какая-то быть, советы дает. Ой, пытаешься, пытаешься, ничего у тебя не получается. Здесь у тебя есть какой-то выход. Он считает, этот человек, что у тебя есть выход. Но ты либо не рассматриваешь этот выход, либо не видишь. Что про тебя думает? О, конфликт. Конфликт. А что-то вы не поделили, что-то. Вы что-то не поделили здесь.
Не поделили какой-то конфликт. У всех по-разному. Вот смотрите, у меня везде трактовка любви, любовь, любовь и женщина тут, и баба какая-то выползает все время. Конфликт может быть из-за женщины. Какой-то неправильный поступок. Может быть, женщина сбила. Не знаю, не понимаю. Здесь у меня какая-то рой, как будто много пчел. Я вот смотрю и не могу понять, что говорить. Очень много информации идет. И за что ухватиться, не могу понять. Смотрите, с одной стороны, из-за женщины конфликт, какой-то поступок. С другой стороны, неправильно какое-то решение, неправильный поступок вообще в принципе. Ситуация доведена до какого-то предела, которую терпеть нельзя. Пора брать в свои руки. Господи, ну как вот это мне трактовать-то? А? Что о тебе думает? А думает о том, что конфликт не успокоится, что конфликт так и будет двигаться. И даже если, допустим, встретиться в глаза друг другу посмотреть, ничего там не увидишь. Что думает? Что думает? Посмотреть на тебя надо, посмотреть в глаза, чтобы понять, что будешь делать дальше, как будто считывает. Ждет чего-то. А что ждет? Не могу понять, что это такое. Ну ладно. А вообще, что беспокоит в голове, какие мысли? А не хочется проигрывать здесь абсолютно, и не хочется казаться в дураках. Здесь человек продумывает уже давно стратегию, что делать. И у него два лица у этого человека по отношению к людям. Два лица. С одной стороны, он авторитет, с другой стороны, он любовник. Вечный любовник. Никак успокоиться не может. И не хочется выглядеть глупо при всем при этом. Хочется быть независимым, свободным, никому ничего не давать. Не показывать, прятать себя, прятать настоящую свою сущь, быть независимым, но не получается. Не понимаю. Беспокоит мысли, значит, такого порядка, что ему надоело быть двуликим, ему надоело скрывать свою сущность. Он не хочет людям показывать, какой он мягкий внутри. У него какой-то... Слушайте, у него что-то с сексом не то. Почему у меня секс везде выпадает? Секс какой-то странный. Он боится, что его раскроют. Он боится, что где-то проговорится. Он хочет быть независимым, ничего не бояться. Не получается. По отношению к тебе, да? А вообще сама ситуация, как решиться? Вот я смотрю этот четвертый вариант. У меня просто уже голова взрывается, потому что я не понимаю, что я вижу. Трактую карты, как вижу, да. Оно у меня линия идет, какая-то любовная, жена, любовница, блин, любовники. Что-то вот какой-то ужас. Здесь между вами будет заключен договор, мир будет заключен. Но он не так, не то. То есть вам его преподнесут. Вот одно, да, а на самом деле вот оно другое, то есть две стороны этого мира, то есть вы неправильно его потрактуете, или как это сказать, неправильно вы поймете. Откажется здесь кто-то от манипуляции, здесь какой-то будет мир. Заключен мир, но он не честный какой-то, он не настоящий мир. Сними розовые очки, если договариваешься, то... Понимай как. Я не понимаю. Вот это четвертый вариант для меня вообще какой-то лес. Вот если бы я видела человека, да, в глаза и делала личный расклад, мне было бы вообще все понятно, кристально, потому что видишь четко, кто, кого и где, да. А так какой-то салат у меня, короче, получился четвертый вариант. Не знаю, но здесь на сегодняшний день его беспокоит какая-то атмосфера, связанная с любовью, с чувствами. И человек вот об этом на сегодняшний день пока сильно, ну, задумывается, что ли. Ну, вот такой у нас сегодня был расклад.